Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Желание господствовать любой ценой проявляется очень редко. Но если цель направлена на управление, то подход будет очень деликатным и незаметным, сравнимо с удушьем удава. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Главный талант этого имени – способность видеть истинную природу вещей и их главный недостаток – они часто не верят в свой талант. Бывает, что обладатели буквы В в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Главные качества этого имени – обостренная эмоциональность и развитая интуиция, богатая фантазия, способность разделять чувства, любовь и преданность. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.